Горожане, живущие по улице Шугула в микрорайоне Кайтпас, отрезаны от всех благ цивилизации. Жители 7 частных домов за свой счет протянули электричество и газ. А 2 года назад кайтпасовцы за собственные средства завезли гравий и выровняли дорогу. В это самое время коммунальщики занялись прокладкой канализационной системы. В итоге от дороги осталась одна пыль. Мы гравий засыпали за собственные средства, чтобы можно было ходить нашим детям в школу по нормальной дороге. А теперь что? 2 года мучений. Мы просили строителей, проводивших здесь канализацию, привести после себя все надлежащий вид. Но они не слушать не хотят. Оставили все так, как есть сейчас. А скоро осень, дети наши пойдут в школу и детский сад. С первыми дождями здесь будет настоящий ад. Непролазная грязь. В ЖКХ уверяют, асфальтирование дороги запланировано, подготовили в отделе и ответ на вопрос, почему этим не занялись еще 2 года назад. Оказалось, что все это время подрядчики занимались прокладкой канализации. Почему местные жители никого на объекте давно не видели, в ЖКХ недоумевают. Кайтпас один это построено не 5, а 18 КНС здесь на сегодняшний день. И это работы полностью закончены, строительно-монтажные. Проводится работа восстановления асфальтного покрытия, восстановления гравийного покрытия, где были полностью нарушены. Специалисты поспешили успокоить горожан. Дорожное полотно обязательно уложат. И уточнили, что до начала этого учебного года. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «УТРАР».